Отмучилась. Последние новости о Заворотнюк. На днях в прессу попала обнадеживающая информация. Анастасии Заворотнюк стало лучше настолько, что она вернулась в свой загородный дом. Говорили, что актриса переехала в роскошный особняк, так как смогла победить смертельную болезнь. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» действительно пошла на поправку, но говорить о полном выздоровлении рано. Накануне, в день Петра и Февронии, группа поддержки Заворотнюк поздравила актрису с праздником, приоткрыв завесу тайны лечения. Мы от всей души поздравляем Настю и Петра и желаем бесконечно много любви, потому что любовь, поддержка и вера – это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно совсем справятся, говорится в публикации. Судя по тексту, речь о победе Заворотнюк над тяжелым недугом пока не идет. Она продолжает бороться за свою жизнь.